Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Пролетевшие 30 лет истории нашей страны оставили неизгладимый след в нашей музыке. И об этом мы сегодня хотели бы поговорить. Мы начинаем. Сегодня с нами здесь «Chic Band». Наши звезды, которые в новогодние деньки решили порадовать вас угадыванием мелодий. В этом году исполняется 20 лет. Обалдеть. Знаменитому, любимому нами шоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко. Юлия Савичева. Доминик Джокер. Ирина Дубцова, Зара и Марк Тишман. Виктория, Юля, выбирайте наш 1996 как фабрика неожиданно. «Фабрика звезд», «Растительная жизнь» или наш 2003. Ну, мы так посовещались, решили «Фабрика звезд». Да. Мы такие обычные девчонки. «Фабрика звезд». Вообще ни разу не отсюда. А нажимать мы можем все, да? Нажимать, конечно, как только зазвучит музыка. Нотка. Первая, вторая, третья, четвертая. Четвертая. Четвертая нота. Слушаем. Марк. Это, по-моему, песня Юли. Да, это песня Юли. Она ее не узнала. Как твои дела? Веришь ли в любовь? Носишь майку с Че? Отлично! Я не узнала! Марк, молодец! Я тоже не пою. А я была тогда, ты тоже два месяца не узнала. Носишь майку с Че? Кто вместо меня? Тишман, выбирайте. Нет, слушайте, я просто к этому моменту ушел, можно сказать, всю свою жизнь. Валдис, не представляешь, как я в детстве обожал «Угадай мелодию». Да, я знаю. Вот это все, вот это я помню. Я же тебя видел. Я же тебя видел. Первый раз. Да. Поздравляю. Да ладно. Выбирайте, Марк. Так, ну какой? Я предлагаю вот 96-й, я в школе, последний класс. Наш 96-й, нотка. А, пусть девушка выберет. Третий. Слушаем. Доминик и Ира. А кто первый был? Да, да. Давай поспорим, что река станет морем. Браво! Супер! Верно, да. Да, если бы я нажал... Совершенно верно. Я тоже. Река станет морем. И осень с весною. Да. Они меняются вскоре. Ира, Доминик, давайте, выбирайте. Ирка, ты выбираешь? Что? Вот... Ну, я не очень понимаю, что такое растительная жизнь. Это типа там, где клен шумит. Вот. Ну что, берем растительную жизнь, да? Давай обязательно, обязательно. Либо трава, Ириш, послушайте, обязательно либо трава, либо дерево, либо кустарник, что-то растительное. Может быть, фрагмент, цветочек, веточка. В этой категории. Нотка. Ну, давайте, растительная жизнь, нотка, домс, давай выбирай. Да любую, любую. Ну, выбирай уже. Четвертая. Молодец. Четвертая, слушаем. Марк! Ну, блин! Сара. Старый клён! Ира, вот это только что её назвала! Старый клён! А мы угадали! Нет, я думала, что слова! Нет, я Вика говорит, что я до этого говорила. Выбирай. Ну, давай попробуем, может, ту, которую еще не открывали. Давайте 2003. 2003 год. Нотка. Вторая. Вторая. А, стоп, Юля Савичева, да. Когда я стану кошкой, да. В моей жизни, когда я стану кошкой, да. Ваша коллега по фабрике, да. Когда я стану кошкой, да. Браво. Обожаю. Так, прошу, выбирайте. Может быть, там и останемся? Давай. Пожалуйста, нотка. Да, нотка 4. 4, слушаем. Доминик! А я все летала, но я так и знала, что мечты лишь мало для любви. Ладно,
Жанночка. Ира, выбирайте. Я угадала, но... А, мы выбираем, да? Мне кажется, 2003 надо. Да. Нотка. Первая. Слушаем. Юлия Савичева и Виктория Данилова. Нажали. На границу. Прекрасно. Юлечка, выбирайте. Что будем? Опять фабрику? Может быть, давай какую-нибудь растительную жизнь, как ты думаешь? Нет? Давай фабрику звезд. Ну, давай. Тогда в товарищах. Согласия нет. Марик приготовился. Давай фабрику звезд. Фабрика звезд. Отлично. Нотка. Нотку. Один. Один. Слушай. Марк. За любовь. Про любовь. Про тебя. Про знакомые слова. Фабрика, у нас есть нотка номер 2 или номер 3, выбирайте. 3. Слушаем. Я за ним поднимусь в небо. Я за ним поднимусь в небо. Это же просто 3. Угадано, верно. Ну что, может быть, 96-й? Не, можем добить фабрику звезд, чтобы уже не было этого вопроса. Вы же добили. Сначала Савичеву добили своим ответом, потом Дубцову добили. А теперь всю фабрику звезд. Убийца, убийца. А если нажать и не угадать? Так, фабрика звезд, нота номер 2. Слушаем. А, самая быстрая реакция. Да. Попал на ТВ, ты звезда. Ты звезда, давай народ породи, куда ты попал на ТВ. Ты звезда, давай народ породи, пам-пам-пам-пам. На ТВ. Да, и главная строчка твоя. Ты звезда. Молодцы. Так, Дайнека Савичева, выбирайте. 2003. 2003 год, слушаем. Так, Доминик. Он поехал прочь на ночной электричке, но по-моему, там прозвучало другое. Нет. 2003. Стоп. Сейчас. Вы считаете, что послушать? Он уехал прочь на ночной электричке? Это не 2003. Осенний поцелуй после жаркого. Это раньше было. Но мы же можем продолжить слушать песню или нет? Но когда сейчас прозвучит джингл неправильно, звучит. И тут же повторение мелодии. Я просто кнопку проверяла, работает или нет. Окно уже отключено, конечно. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все 100. Да, прекрасно. Это время первого тура нашей программы подошло к концу. Как ни странно, Дубцова и Джокер являются лузерцами. Но, я хочу им сделать музыкальный подарок, сюрприз. Сейчас вы увидите подряд 7 наименований коллективов, либо 7 имен исполнителей. Видите имя, тут же вспоминаете и пропеваете фразу из любой песни этого коллектива или исполнителя. Только вы это сделали, 20 рубликов на счет. 7 мелодий надо вспомнить за 1 минуту. Внимание на экран. А надо кнопку нажимать или нет? Глюкоза. А, у меня самая красивая попа. Да, совершенно попа. Самая красивая попа. Следующий. Сейчас, все будет нормально. Дискотека. Новый год нам мчится. Совершенно верно, засчитано. Мадонна. Human Nature. Да. Есть такая мелодия. Little Big. I'm okay. I'm not alcoholic. Not alcoholic. Есть. Верим, что вы не алкоголик. Сплин. Она же и лампа не горит. Да. Угадана. Тимати. Не сходи с ума, моя песня не жалей ни о чем. Глупая ты. Ну и все, собственно говоря. А, нет, Backstreet Boys. Backstreet Boys, давай. Everybody. Yeah. Да все, хватит.
Вы угадали все, вернее, назвали все мелодии, заработали 140 рублей под финал первого тура. Поздравляю! Отлично! Увидимся во втором туре через несколько мгновений. Напоминаю, сегодня с нами играют выпускники фабрики разных лет, ставшие самостоятельными, любимыми, оперившимися звездами. Дорогие друзья, лидером по итогам первого тура является и Доминик Ира, и Зара Марк. Я предоставляю право выбора во втором туре Заре и Марку, потому что у них не было шанса получить деньги благодаря музыкальному сюрпризу. Мы думаем между Стасом Костюшкиным и наш 2005. Предлагаю пятый. Если тебе предлагают Стаса Костюшкина или 2005, нельзя. Всегда бери Костюшкин. Он веселый, музыкальный, отвязный. Не, я Стаса очень люблю, конечно. И... мы выбираем категорию «Стас Костюшкин». Это абсолютно правильно, потому что Стас Костюшкин у нас на прямой видеосвязи. С Новым годом! Привет! 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 Привет, привет! С Новым годом тебя! С новым счастьем! Ты нас слышишь, видишь? Спасибо! С Новым годом! Представь нам, пожалуйста, сына! Сынишка! Слушайте, ну это восходящая звезда Миронда. Так. Он будет покорять, я надеюсь, эстраду российскую. Миль, молчи, говори да. Да. Мне папа и мама подарили. Что подарили? Планшет новый. Планшет новый. Наши папа и мама самые лучшие на свете. А теперь, внимание, мы начинаем угадывать твои мелодии в нашей программе. Я думаю, что наши звезды сделают это с блеском. Первая мелодия. Слушаем. Так. Марк. Фая нет Wi-Fi. Фая нет Wi-Fi, совершенно верно, конечно. Да, да. Я не успел. Вас кнопка лучше работает. Надо сказать, что даже одной секунды, по-моему, не прошло, потому что мелодии Стаса Костюшкина любимы вами, нами, всеми. Стас, ты доволен результатом? Стас, заметь, кто угадал. Да. Мы провели вместе не один месяц на съемочном павильоне со Стасом. Вы провели время с пользой, выучили песни друг друга. И когда в следующий раз Стас будет угадывать мелодии здесь, а ты будешь на прямой связи, будет тот же результат. Следующая мелодия Стаса Костюшкина. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Совершенно верно, да. Не танцую, женщина, я не танцую. Женщина, я танцую, женщина, я не танцую. А я знаю, зачем Стас привел сына на наш сеанс видеосвязи. Но ты видел, сынок? Люди просто обожают мои песни. Они угадывают их по первой секунде. Юля, Виктория, а что загрустили? А что случилось? Так, выбирайте. Следующая мелодия, да? Стас Костюшкин. Да? Да. Поехали. Давайте. Погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Совершенно верно! Этот вечер он провел с тобой. Надо сказать, что у нас поют не только наши игроки, у нас поет весь зал. Подпевает твои песни. Он провел с тобой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только что осуществилось желание. День рождения твой. А вот посмотрите. Ребят, посмотрите, как предательски заблестели глаза у этого большого, сильного человека. Слезинка-то вот она, приятно. Ну что, давайте угадаем еще одну мелодию Стаса Костюшкина в нашей сегодняшней программе. Поехали. Так, Дубцова. Я проверяла, стрессанула. Что за песня? Стрессанула ты, мне кажется. Караоке. А я не знаю песню. Ну и что мы будем делать? Засчитываем? Я у Стас хочу спросить. Караочен, очень караочен. Я сегодня ты ночью. Да. Еще песни. Да. Караочен этой ночью. Что-то такое. Так что не зря я... Главное вот так танцевать, как он. Стас, скажи, пожалуйста, что ты хочешь пожелать нашей стране?
чего ты ждешь от Нового года. А мы со своей стороны, конечно, хотим сказать, что желаем твоей семье мира, здоровья, любви и счастья. Давай, поздравляй. Дорогие друзья, я всем-всем желаю, конечно, банальных вещей, но самых важных. Я всем желаю здоровья, любви и богатства, потому что это всем нам очень необходимо. Спасибо огромное. Спасибо, Стас. С наступившим. Стас Костюшкин вместе с сыном были героями нашей программы. И все мелодии Стаса Костюшкина были угаданы на ваших глазах. Ну, почти все на первой секунде. Почти все. Так. Дубцова. Несмотря на АТО. Давай двигаться дальше. Смотри, у нас есть на крыльях наш 2018 или чуть подревнее 2005. А на крыльях это вот я надену два крыла. Например, там обязательно все происходит в полете, в воздушной среде. И что берем? Давай 2005 или 2018? 2005 год. Слушай. Ой. Меладзе. Тысячи раз обрывал провода, сам себе кричал, что навсегда, непонятно как. Раз обрывал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда, непонятно как, угодил на провода. Салют! Отлично! Марк, выбирайте. Мне кажется, что Дубцова нас сливает. Продолжим пятый? Да. Продолжим 2005-й. Слушаем. Марк, ну что такое? Это вообще не работает. Совершенно верно. Да, да, да. Молодец. Вопепе, слова покороче. Самая поющая программа за всю 27-летнюю историю нашего шоу. Как они подпевают каждой песне. Молодцы, фабриканты. Так держать. Марк. Зара. Мы продолжим. Пятый? Конечно. 2005. Следующая мелодия. Вперед. Это я не знаю. Это из сериала. Это что, моя песня? Сейчас. Кто нажал? Подождите. Кто нажал кнопку? Кто нажал? Мы нажали? Да нет, конечно. Тишман нажал. Это наша любимая Юлечка. Не смотри, не смотри по сторонам. Оставайся такой, как есть. Иди по сторонам. Оставайся такой, как есть. Оставайся сама собой. Никогда... Я ее не угадала! Ты тоже две уже не угадала в своей песне. Отвечу словами вашей коллеги. Наверное, в следующем шоу ты что-то угадаешь. Да, 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 да. Никогда еще Юля не была так близка к Киркорову. Все будет хорошо. Мне тут недавно сказали. Это было очень смешно. Ну-ка. Юля, а можно я с вами сфотографируюсь? Я говорю, да. Вы моя... бывшая, любимая артистка, я вас еще в детстве слушал. Причем человеку лет 50-55, вы понимаете? Юлечка, я... Бывшая, любимая. Я вас в детстве еще слушал. Юлечка, я вам с высоты своего возраста скажу о следующем шаге. Вы знаете, я телевизор не смотрю, но моя бабушка вас очень любит. Привет, бабушке. Дорогие друзья, отлично, угадано. У нас есть еще одна мелодия в категории «Наш 2005» или «Что-то будем менять». Марк, прошу. Зара, выбирай. Продолжим. Стабильность. Слушай. Что я хотела сказать. Да. Дайнека и Савичева. Останусь пеплом на губах. Да. Останусь пламенем в глазах твоих рук. Пеплом на губах. Останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь светом вдалеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом.
потрясающее предложение к руководству Первого канала. Давайте больше не будем приглашать никого в программу «Угадай мелодию». Пускай играет эта шестерка. Как они поют, как они угадывают. И второе предложение. Давайте подсчитаем очки второго тура, потому что по итогам второго тура Дубцова и Джокер поедут домой. Но перед этим я хочу сказать. Доминик, Ира, спасибо огромное, что зашли. Мы были очень рады вас видеть. Мы поздравляем вас с Новым годом. Мы желаем вам здоровья, вам счастья, а нам ваших новых песен. Пускай будет ваше. Всех с Новым годом. Даймека Савичева, Зара Тишман. Увидимся в третьем туре шоу. Это действительно, наверное, самый музыкальный выпуск нашей программы. Как поют, как угадывают. Просто готов влюбиться во всех. Лидером по итогам первых двух туров является пара Зара Марк. Поэтому вы начинаете торги после моей подсказки. А подсказка вот она на экране. Все понятно. Марк, начинай торги. Мы угадаем эту мелодию с пяти нот. С пяти нот. Так, девчонки. Мы угадаем эту мелодию с четырех нот. Четырех. У меня есть версия, поэтому я попробую с трех нот. Торги остановлены, мы слушаем три ноты. А как это остановлены? Ну, потому что три ноты – самая высокая цена. Слушаем музыку. Оп. Мне кажется, что это то, о чем я и подумал. Так. Ты Венера, я Юпитер, да, ты Москва. Да, Ваня Дмитриенко, совершенно верно. Ты Венера, вы я тоже Юпитер. Поняли, да? Да. Счет 1-0. Ты Москва, я Питер. На одной орбите. Ты Москва, я Питер. Они даже в третьем туре поют. Мы в принципе поем. Ну да. Подсказка номер два. Начинает торги Марк и Зара. Песня, которая дала название шоу. Мы можем с шести. Шести. Давайте шести. Так. Девчонки там перешептываются. Потом, правильно. Утечка информации это смертельно. Но. С пяти. С четырех. Ну давай с четырех попробуем. Давай с четырех. Ну. Что, или три, или угадывай. Четыре ноты. Две звезды, две светлых повести. Совершенно верно. Шоу на Первом канале. Да. Игорь Николаев. Зато мы веселые. Мы тоже не достойны с красным. Замечательно. Более того, еще ничего не потеряно. Просто счет 2-0. Игра идет до 3 очков. Подсказка номер 3 выводится на экран. Марк, Зара, начинайте. 4. Мы угадаем эту песню. 3 нот. Итак, 3 ноты этой замечательной песни. Пчеловод, а мы любим мед. Я не обещал. Совершенно верно. Да, ты пчеловод. Счет 2-1. А мы любим мед. Нам не повезет, с тобой не повезет. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед. Да, Юля. 2-1. Ситуация выравнивается, но для пары Дайнека Савичева все по-прежнему очень опасно. Подсказка номер 4. Песня о мужской любвеобильности. Юля, начинайте. Ну, давайте с 7 нот. Семи нот. Марк, Зара. Ну, попробуем с шести. Но идей пока нет. Ну, с шести. Хорошо, вы сказали, с шести. Виктория, Юля. С пяти нот. С пяти. Марк, Зара. С четырех. С четырех, да. А ну, если скажешь. Не угадываем, то... Да, не выигрывает. 2-2 будет счет. А. Нет, ну, подожди. Зара сказала, с четырех. Давай. Давайте рискнем. Ну, да, рискуйте. Давай. Девчонки, отпускаете или рискуете? Давай рискнем. С трех! Вау! Вы выбрали самую высокую цену. Три ноты. Будете рисковать. Желаю удачи. Слушаем. Все. Больше музыки не будет. Песня о мужской любвеобильности. Три ноты прозвучали.
Нет? Может быть, нет, нет. Давай попробуем. Давайте версию, любую, вам терять нечего. Если бы я был султан, я бы... Если бы я был султан, вот, отличная версия, шикарная версия, но абсолютно неправильно. Наш Борька бабник. Сейчас становится 3-1. Говорят об этом все его друзья. Так, дорогие друзья, у нас есть одна проблема. Понятно, что... Да. Да, ну, конечно. Ну, понятно. Но, если мы... У нас разрушается хор. А хор у нас сегодня потрясающий. Предлагаю. Зара с Марком в центре, да? Да? Значит, Виктория и Юля прячутся за вашими спинами. И когда звучит, допустим, в лесу родилась елочка, они... Ва-ва-ва-ва, в лесу родилась... Она росла. Одним словом, не хотите остаться в финале четвером? Да, мы хотим. Нет, ну вы нам очков добавьте, и мы останемся. Так-то что, просто странно. Дайнека, не наглейте. Я и так сегодня к вам добр и бобр. А, кстати говоря, у нас наглость, второе счастье. Игры, которая у ребят была, поэтому... Савичева, я вас тоже очень люблю, но не наглейте. Я и так договорился оставить вас в финале. Супер игра программа «Угадай мелодию». Сегодня мы вспоминаем о великом проекте «Фабрика». У нас выпускники этого потрясающего шоу на Первом канале. И хочу напомнить, что проект «Фабрика», ему исполнилось 20 лет, которые пролетели как один миг. Так, 7 мелодий, 30 секунд, нельзя ошибаться, можно пропускать. Ну вы мне тоже... Обязательно пропевать мелодии, потому что ради этого мы и сохранили в целостности потрясающий хор из 4 фабрикантов. Готовы? Да. Поехали. Да. Упала шляпа, упала на пол, и ветром шляпу унесло. Да. Не надо плакать. Отлично. Я не могу без тебя, видишь, куда ни беги, все повторится опять. Ух, следующая мелодия. Если хочешь дискотека, остаться, останься просто так. Да. Так, тебе в другой район. И что-нибудь наврем. Совершенно верно. Слушайте, хочу промежуточные результаты подвести. Вы угадали 4 мелодии за 10 секунд. А сколько всего у нас? А всего их 7. И у вас в запасе еще 20. Мелодия номер 5. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу, в три дома, где все просто и знакомо на денек. Засчитано как верный, да. А какой был мужчина? Настоящий полковник. Есть одна проблема. Что мы будем делать следующие 15 секунд? Вы 6 мелодий угадали за 15, у вас одна. Да, впереди одна и целых 15 в запасе. Ну, только единственное, пожалуйста, ну не ошибитесь. Поехали! Они выигрывают суперигру! Да, 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 да! Фабриканты! Великое братство! Потрясающие, талантливые и яркие Виктория Дайнека, Юлия Савичева, Зара, Марк Тишман. Они сотворили сказку и праздник в нашем сегодняшнем праздничном выпуске программы «Угадай мелодию». Надеюсь, так будет всегда. Всех с Новым годом, с новым счастьем. Увидимся. Пока! Поехали!